Приветствую вас, и вы знаете, вот ключевой момент, который вы написали в вашем письме, это то, что вам надоели такие отношения. И то, что вы, любя его, защищаете свои личные границы. То есть вы защищаете свои интересы, не собираетесь полностью их предавать, не собираетесь полностью как бы идти на поводу у мужчины, и, будучи практичным человеком, вы понимаете, что ваше предложение объективно, рационально является здравым, является выгодным, правильным, и, в принципе, об этом выиграют все. Об того, что вы предлагаете, выиграют все. То же, что хочет мужчина, то, чего он хочет, в отличие от вашего предложения, наносит ущерб, в первую очередь, вам, во вторую очередь, вашей бабушке, и не является таким хорошим. При прочих равных условиях, то есть при том, что мужчина не хочет ничего менять, что его устраивает, вот, как вы видите, и так далее. Это наводит на определенную мысль. На мысль о том, что мужчине так удобно. И что он считает, он уверен за то время, что вы с ним, что вы его, что вы никуда не денетесь, что вы принадлежите полностью ему. И то он имеет право диктовать вам свои условия. Вот именно этот момент вам и нужно, как бы сказать, рассмотреть подробнее. Дело в том, что человек здесь преследует свои интересы. Он говорит, я не хочу. Он говорит, я не желаю. Он говорит, вы должны. То есть у него есть четкая направленность на важные интересы, и при этом не останавливает возможный ущерб и вред вам. А именно, ради него он считает возможным, что вы ради него смените лучшие условия проживания на более худшие и оставите бабочку. Ну вот, согласитесь, что такое отношение как минимум странно. И получается так, что мужчина либо к вам уже ничего не чувствует, или чувствует, но нечто меньше, чем вы, и не настроен подходить к ситуации практично, прогрессивно, объективно. Дальше, мужчина почему-то считает, что вы к нему надо приехать. Хотя всегда и везде мужчины едут сами к женщинам, если они действительно хотят с ними быть. И потому, думается мне, что уговорить можно того человека, который не понимает вот, смысла и сути событий, которые происходят. Ну, то есть, грубо говоря, говорить можно того, кто не до конца осознает ситуацию. Судя по вашему описанию, мужчина более чем понимает, как обстоят дела. Мужчина более чем осознает, в чем суть вашего предложения, но не соглашается, потому что это как-то вредит ему, и ему неудобно. Ну и поскольку мужчине легче, простите, в силу своей природы, сменить обстановку и привыкнуть к новой, поскольку у вас есть уважительная причина для того, чтобы жить в квартире, именно там, где вы живете, и этих уважительных причин несколько, то это значит, что мужчину не заботит ваш комфорт, ваши интересы,
ваши обязательства и ответственность. К сожалению, о таком человеке можно сказать мало хорошего. И в этой ситуации вам необходимо сделать следующее. Во-первых, не нужно спешить и принимать решения, которые со стороны выглядели бы как, знаете, взрыв, истерика. Нужно спокойно, без эмоций лишних, негативных, сказать человеку так, что: «Дорогой, я очень тебя люблю, и это правда. Но то, что ты предлагаешь, для меня, как для женщины, неприемлемо. Поэтому, если ты хочешь быть со мной, я предлагаю тебе во всех отношениях лучшие условия». Это мы не говорим здесь, кстати, о том, что он будет с вами ближе. То есть он вам ставит условия, да, для того, чтобы быть с вами. Да, получается, что вам это нужно больше всего, а ему вроде как и не надо. Это тоже момент. Так вот, я предлагаю тебе лучшие условия, но ты не хочешь, не хочешь. Ты предлагаешь мне существенно понизить свой уровень жизни. Прости, я к этому не готов. И потому, если ты хочешь быть со мной, то ты приедешь ко мне и будешь жить у меня. Тут во всех отношениях тебе будет лучше, у нас будет своя жилплощадь и так далее. Я не хочу, а ты не имеешь права требовать от меня жить с мамой, с твоей мамой. Просто потому, что я уже привыкла жить одна, и я не смогу делить хозяйство с кем бы то ни было еще. С тобой я хочу и готова жить, но не с твоей мамой. И если ты не захочешь ко мне приехать, не захочешь принять эти объективно выгодные условия, то это означает, что ты не хочешь со мной быть. И я буду постепенно жить дальше, а ты будешь жить дальше. И если мужчина увидит, что вы действительно готовы жить дальше, если мужчина действительно поймет, что может вас потерять, и если у него есть чувство к вам, то он безусловно предпримет какие-то действия, чтобы вам эти чувства показать. Он, может быть, даже одумается и к вам приедет. Но если ничего этого не будет, если ваш адрес будут только обвинения и дальнейшие претензии и пожелания, то, простите, такой мужчина к вам уже ничего не чувствует, и отношения с ним вам ничего не дадут. И это нужно воспринимать, к сожалению, как нормально, как естественное развитие. Мужчина, может быть, сам думает, что любит вас, но тогда как на деле у него уже привычка выработана, что вот вы видите с ним лишь по определенному графику и не более того. В любом случае, это даст ему возможность себя проявить. И если он этой возможности не воспользуется, ну что ж, значит, он вас не ценит. И, по крайней мере, тогда вы будете знать, как человек действительно к вам относится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго.